Давайте сравним США и Россию. У нас по-прежнему до сих пор мы инерционно еще не избавились от комплекса сверхдержавы. Нам по-прежнему, поскольку поколение, которое жило во время могущества Советского Союза, еще живо, и более того, они еще не старики, они по-прежнему живут, в том числе и я, со стереотипами о том, что Россия мощная держава. Вы меня извините, но мы Америке не ровня в данный момент. И не стоит с Америкой идти на какие-то серьезные конфронтации, потому что проиграем. По большому счету, эта игра будет не по нашим правилам. Есть, кроме того, еще какие моменты. А кто такой Обама и кто такой Путин? А являются ли они реальными обладателями власти? Мне почему-то кажется, что настоящие правители — это Ротшильды и Рокфеллеры. Вот как они там решат, вот так будет делать и Обама, и Путин.